Девушка под фото в соцсетях, без фильтров. Ее собака на заднем фоне. Капец, вот это жмыхнуло. Психиатр. Кроссовки не могут над тобой смеяться. Кроссовки. Никто. Я, смотря на рандомные объекты. Никто. Я решаю побаловать себя и ставлю будильник не на 6.00, а на 6.05. Ништяк, не позавтракаю, зато посплю. Да, на самом деле у меня и девушка, и хорошая работа есть, а мемы так, для души. Производители Нутеллы задумались над тем, чтобы выпускать ее ломтиками. Какая разница, если она стоит капец сколько денег? Геометрия пригодилась. Получается, что для англоговорящих людей вороны постоянно летают и орут. Машина, машина, машина! Ну да, карр, карр. Извините, ваша карта не прошла. Ничего страшного, попробуйте свою. Теперь я понял, на кого похож мой пес. В юности мечтаешь ездить на музыкальные фестивали, но к моменту, когда у тебя есть на это деньги, ты уже не знаешь ни одной группы оттуда. Жиза. Мое любимое воспоминание из детства – это то, как я не платил за еду. Копи-бара, пасте-бара. Шутка прокопировать, вставить, понятно. Можно было еще написать Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V. И да, друзья, всем привет! Меня зовут Алексей Сова, и сегодня у нас новая подборочка угарных мемасиков. Поехали! Я не умею делать куличи, но я умею кое-что круче. О, самая вкусная часть кулича! Кто-то использует в разговоре фразу «туалетная вода». «Мой мозг первых 3 секунды». Вообще-то мой мозг весь разговор. Когда спросил у друга, за что его уволили, он просто показал это фото. Кто пишет «зря уволили, талантливый парень». Я поднимаю большой камень, куча насекомых под ним. Когда ты спрашиваешь у кого-то направление, и тебе начинают отвечать словами вроде «запад» или «восток». Говори нормально. Сломан, но не сломлен. Кто-то убирается после праздника. Я, может тебе чем-нибудь помочь? Кто-то дает мне задание. Я. Я просто пытался быть вежливым, я не думал, что ты меня за это накажешь. Я с детства мечтал понять, о чем поют мои любимые рок-музыканты, много лет учил английский и наконец понял, что они почти все тупые. У нас чел на стажировку пришел, до обеда поработал и после обеда не вернулся. Вышел из чата и блокнул всех. Мой герой. О, у нас на работе тоже была такая. Пришла, короче, устроилась на работу, ушла на обед в первый же день рабочий и все, больше не вернулась. Если когда-нибудь подумаешь, что твоя работа бессмысленна, просто вспомни этого парня, который устанавливает поворотники на BMW. Но некоторые все-таки ими пользуются, я видел лично. Людям, которые говорят, что счастье не в деньгах, хочется напомнить. Образование платное, еда платная, жилье платное, путешествия платные, лекарства платные, бесплатная только работа. Я уснул в 21.30, 23.30 проснулся, ништяк. Хотел пораньше лечь, чтобы пораньше встать. Миссия выполнена. В моем возрасте я могу отправить сообщение и через 30 секунд уже спать. Сон в норме, суставы в норме, изжоги нет, печень в норме. Эликсир бессмертия. Кто пишет, боюсь, что мне даже это не поможет. Люблю грозу в начале мая, люблю метели в феврале, но не люблю, когда в апреле то в шортах, то в пуховике. Да блин. Мне нечего надеть. Спасибо, что сохранил ее для меня, отец. Звучит заманчиво. Пацаны, как вам идея жить в канализации, бороться с преступностью и есть пиццу? Когда со своим другом закрыли все долги по учебе. Овощной триумф. Когда решила самостоятельно подстричь себе челку. Когда стоишь у прилавка и смотришь, как тебе делают шавуху. Друзья не могут вытащить меня из дома месяцами. Wildberries доставлено в пункт выдачи. Я. Ох, прекрасный день, чтобы выйти из дома. Авторское право отменяют. Кондитеры на следующий день.
Бен Вафлек, шоколадный. Для городских жителей, которые не знают, как рождается теленок, перед вами коровье гнездо. Выпить обезболивающее сразу, как почувствуешь боль. Ждать, когда заболит сильнее, потому что еще недостаточно больно для таблетки. Главная причина расстройства детей. Хотят что-то сделать и не получается. Главная причина расстройства взрослых. Не хотят ничего делать, а приходится. Мама: «Да иди играй весь день в компьютер, а уроки я сама сделаю за тебя». Мелкий я, непонимающий сарказм. «Правда?» Я резко встаю с кровати. Мой организм. Все сломано. Неизвестный номер. «Очень срочно, положи деньги на киви, потом все объясню». «Без проблем». «Хотите попасть в параллельную вселенную, поднимитесь на этаж выше в вашем подъезде. Все то же самое, но неуловимо другое». «Ха, жиза». «Жена купила. Чистые, одинокие, ищут пару». «Отличная шутка». «На даче 18 лет. На даче в 30 лет». Для тех из вас, кто переживает, что искусственный интеллект отберет у вас работу. Чтобы это произошло, заказчик должен очень точно формулировать, что он хочет. Вы все в безопасности. «Повезло, повезло». Говорят, хитрее мамы нет никого. «Сын, деньги на твой новый iPhone я спрятала в недрах того бардака, который находится в твоей комнате. Так что уберись, и будет тебе счастье и новый iPhone, мамуля». Кто пишет: «В мое время мама просто смотрела своим фирменным взглядом, и я убиралась». Вот-вот, действительно, кто тебе за уборку в своей комнате iPhone новый подарит? Обычный свадебный торт в Италии. Девочки на биологии. «Вау, какая красивая пчела». Пацаны: «Продам запчасти на осу». В детстве смеешься над Кощеем, что он сидит над златом и чахнет. Сейчас заходишь каждые 2 часа в банковское приложение, смотришь, прикидываешь что-то, размышляешь о том, как приятно, что есть денежка на карте. Почему твой стаж не считается в собачьих годах, если ты пашешь как псина? Жизнь так несправедлива. Согласно древним погребальным обрядам, в могильный курган рядом с покойником клали все скачанные им при жизни статьи и незакрытые вкладки в браузере, а также видеозаписи салютов, закладки сохраненных рецептов и историю браузера. В детстве, чтобы получить заряд адреналина, звонили в дверь и убегали. Теперь получаешь заряд адреналина, когда в дверь звонят тебе. Комп за 200 тысяч рублей, паленый ключ от винты. Как чудесно пахнут твои руки. Это я шашлык мариновала. Когда врач пишет непонятным почерком, он пишет аптекарю про вас всякие гадости. Вы приходите в аптеку, даете рецепт аптекарю, он читает, тут же отворачивается и уходит в другую комнату, чтобы от души поржать. Так, стоп. Вау, ты побрился? Да. 11:30. Как установить курсор в виде пива? 11:35. Как удалить вирус с компьютера? Пап, мне кажется, ты любишь деньги больше, чем нас. Не говори глупости, деньгослав. Пап, ну он прав. Златочка, ты помолчала. Стоял в очереди в супермаркете, а передо мной была женщина с ребенком. Она отошла и попросила его остаться, чтобы занять место. Я понимал, как этот ребенок сейчас напуган, поэтому сказал ему, что его мама больше никогда не вернется. Чувак, я твой фанат. Я добавляю скобочки к своему агрессивному, саркастическому сообщению. И да, друзья, вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них обязательно попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и смотрите другие мои видосы. Переходите по ссылочке в описании на наш сайт mimosk.ru, регистрируйтесь и публикуйте свои мемасы. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, на паблик Мимоск ВКонтакте и читайте нашу с Аленой книгу, которая называется «Привет, мир». Книга в жанре фантастика про искусственный интеллект и доступна во всех книжных магазинах. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока.